Спецодежда, шпатели и строительные смеси. Вот уже несколько дней на территории Брестского технического университета ведутся работы по переоборудованию складского помещения под учебный полигон, где будущие каменщики смогут отрабатывать свои профессиональные навыки. В роли строительной бригады выступают студенты вуза. Они же бойцы строительного студотряда БРСМ. У нас люди раньше работали на Хатыни, я работал на Пинске, там Сибирское строительство было лескомбинатом под Пинском в Больших Диковичах. На данный момент работаем на наш университет. В общей сумме, года два, получается, проработали со студенческими отрядами. Этим летом Брестский городской штаб БРСМ уже трудоустроил 411 человек и сформировал 32 студенческих отряда. В третьем трудовом семестре студенты и учащиеся Бреста работают по четырем направлениям деятельности – строительному, производственному, педагогическому и сервисному. В этом году студенты Брестского государственного технического университета принимают участие сразу в двух крупных трудовых проектах. Это трудовой проект «Автозавод» на базе ООО «Минский автомобильный завод», а также трудовой проект ООО «Гомсельмаш». Также в этом году впервые в рамках республиканского сервисного проекта «Дорога возможностей» с города Бреста сформирован огромный студенческий сервисный отряд. Ребята в этом году будут работать проводниками пассажирских вагонов и будут ездить по всей Республике Беларусь, а также на поездах Брест-Санкт-Петербург и Брест-Москва. Студенческие отряды – это возможность приобрести полезные навыки, заработать собственным трудом, почувствовать себя взрослым и самостоятельным и расширить круг общения. Бойцам студотряда «Монтажник» предложили попробовать свои силы на Брестском заводе железобетонных и строительных конструкций. Нам предложил университет работу на лето на заводе ЖБК. Получается, отправили нас всей группой туда. Тут очень интересно. Новые знакомства. Интересно посмотреть, как проходит работа. Приходим в 8 утра, получается, заливаем сваи, разные заборы, плиты, перекрытий, ну и так далее. В ближайшее время к работе приступят еще 6 студотрядов. Они в том числе примут участие и в областной молодежной стройке – возведении детского сада в микрорайоне ЮЗМР-1. Всего за лето Брестский городской штаб планирует трудоустроить до 1000 студентов и школьников.